А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в игрушку Tasty Blue, или Рыбка Обжора, или Съедобный Океан. Все называют ее по-разному, в общем, кто как хочет, так и называет, ребятки. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами уже дошли, посмотрите, до какого уровня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 уровень у нас сейчас будет, ребят. И мы сейчас посмотрим, что здесь нас, собственно, будет ждать. Ого, что это такое? Что это за красная рыбёха такая, которая чуть меня не укусила, ребятки? Посмотрите. Ай, вот, укусила. Ой-ой-ой, вторая укусила. Так, ребят, надо им не попадаться на глаза. О, вот, маленькие рыбёшки мне можно кушать. Я буду здесь встречать малышей. Ой, это большая. Давайте здесь, наверное, будем встречать маленьких рыбок, чтобы как-то хоть немножко пропитаться ними, да? Этого нельзя кушать. Ага. Показывает мне, что прыжок пробил. Отлично. Ой, ой, укусили. Ага, и тут они плавают тоже. Короче, мне надо, ребятки, вот здесь вот стоять и встречать самых маленьких, самых-самых малышей, для того, чтобы хоть немножко, ребятушки, прокормиться и, так сказать, вырасти. Чтобы потом мы смогли одолеть любую рыбу, которую, ну, хотим реально уничтожить. Вот-вот-вот, иди сюда, ням-ням-ням, отлично, вкусно. О, вот, тоже вкусненькая маленькая, вот, малыш. Так, этого пока мы еще не можем кушать. Дайте нам малышей побольше. Я хочу Ай-яй-яй, опять укусили меня. Ребятки, я хочу отметить, когда меня кусают, я начинаю уменьшаться в размерах, ребят, чтобы вы понимали. Ну что, все-то? Раньше вроде бы как-то все было попроще, когда мы первый раз проходили эту игру. Ауч. А, все, нам тут намного легче, ребятки. Там одна, а тут, видите, падают и с обеих сторон. Все. Нам с самого начала нужно было здесь быть. Вот, смотрите, как раз рыбки под заказ. Такие, которые мы любим. Все, я уже всех практически могу есть. Все, кроме самых больших, я могу всех кушать. Все, ребята, супер. Все, и даже большую уже могу хавать. Ребятки, мы всех рыбок уже можем кушать, и они теперь уже нас не кусают. Мы вроде бы стали королем этой вселенной, этой воды, ребятки, этого пруда, в котором мы плаваем. Отличненько, дорогие друзья, мы с вами прошли этот уровень, мы продолжаем нашу игрушку и выбираем следующий. А здесь, ребяточки, о, мы опять стали маленькими, посмотрите, мы опять стали уменьшаться. Так, ну что ж, наша рыбка проголодалась опять, и она хочет, ребятки... Ой-ой-ой, здесь, ребят, какие-то тюлени за мной. Надо от них убегать, убегать, убегать. Вот, как раз селедочку мы вот эту маленькую рыбешку и будем кушать. Так, чтобы хоть как-то, ребятки, вырасти, нам надо вот это питаться вот этой штукой. О, уже мы можем и побольше кушать, отлично. Отлично, растем, растем. Довольно-таки неплохо. Так, собираем, собираем, собираем рыбу. Ой, уже и чайки пошли у нас в ход. Отлично. Так, золотая рыбка. Давай, наверное, побыстрее собирай вот эту рыбу. Давай только тюленей обходи, потому что тюлени еще нас пока кусают. Они еще не понимают. О, ведро можем забрать у рыбака. Отлично. Вот это да, вот это птица, ребята. Ого, ребятчики, посмотрите, как мы быстро набрали вес. Посмотрите, сколько, какие мы уже большие с вами. Скоро будем и тюленей вот этих кушать, ребят. Давай, 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 давай.
отлично, ребята. Отлично, отлично, отлично. Вот это я понимаю. Все, ребяточки, все у нас есть. Так. Вау, акула, ребята, акула, спасите, помогите. А как же от нее уплыть-то, а, ребятки? Как же от нее уплыть-то? Ой-ой-ой. О, мы можем человечка съесть. Все. О, у нас есть второй берег. Все, мы два рыбака съели. Я думаю, чего мне не хватает? Ой, здесь тоже акула, ребята. Ой-ой-ой, да что ж такое? Как же от нее убежать-то? Дайте мне от нее сбежать, пожалуйста. Ой, нет-нет-нет-нет-нет. Пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня, не ешь меня. Дай мне убежать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ребятки, она за мной гонится и хочет меня съесть. Это гадская акула. Так. Мы, наверное, она за нами охотится, ребят. Из-за того, что мы съедаем ее тюленей. Вай, 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 вай. Куда, 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 куда? Нет, 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 нет. Так, давайте, наверное, аккуратненько. Обережно с вами вот это сделаем. Так, ну когда же мы уже съедим эту нехорошую акулу, ребятки, которая нам так мешает? А чё, кроме тюленей, нету больше, чем попитаться здесь, а? Мы уже 2,8 метра, ребят. Должны уже скоро съесть этих нехороших акул, которые нас пытаются сожрать. Видите, как они бегают за мной, ребята, эти акулы. Всё! Теперь я за ними буду бегать. Классно, ребята, вы только посмотрите. Теперь я повелитель здесь, и я всех акул буду съедать, наказывать. Все, я теперь съедаю все, и никто мне, ребячки, не... Преграда. Ну, наверное, только киты большие смогут меня одолеть. А так, в принципе, я думаю, нет. О, ребятки, мы опять... О, сколько акулят здесь. Вы только посмотрите, сколько здесь вкусненьких акул. Ну да, вот и синий кит, ребяточки, наверху плавает. Ну, не синий, обычный кит, конечно же. Но все равно он способен меня укусить, ребята. Еще и сильно укусить. Так, пока самолет мы еще не можем трогать. Давайте пока акулами будем наслаждаться здесь. О, вот еще, отлично. Классно, ребята. Вот, 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 есть, да. Вот оно. О, мы самолет можем схавать. Отлично, ребята, мы начали хавать технику. И маяк тоже мы съели с вами. Вот это да. Ой, киты тоже пошли в ход, ребята. Киты тоже пошли в ход. Вы представляете себе такое? Вы только посмотрите, что творится. Вау, вот это да. Вы только гляньте, ребята, реально. Это просто капец. Как такое может быть? О, вот это я, огромная рыба. Все, ребят, тут сейчас на меня, наверное, будет какое-то нападение. Да, ребятки, вот этот кальмар или осьминог. Кто это такой, я не разберу. И синий кит мы уже даже хаваем. Насколько мы с вами огромные. 19 метров длина нашей рыбки золотой. Что здесь только не плавает, дорогие друзья. Вы только посмотрите. Здесь мы и киты кушаем, и синие киты, и касатки. Все, что только можно. Самое главное, не попасться кальмару в щупальца. Потому что будет щипаться. Вот только что он у меня ущипнул, ребята, если вы видели. Так. Ну что ж, когда мы этого кальмара-то съедим-то, а? Хочу уже побыстрее ним поласывать, ребят. Хочу уже побыстрее съесть его, а? Так, ну что, он топит корабли, ребят, вы это видели? Он топит в море корабли, ой-ой-ой, и мешает мне питаться. Сейчас ничего, сейчас мы уже съедим его, дорогие друзья. Я думаю, мы уже закончим этот уровень, наконец-то. И сможем без проблем...
сделать все, что только пожелаем. Все. Ребята, мы его съели, вы представляете? Огромного кальмара съели, мы 42 метра в длину. Вы только посмотрите, какая мы огромная рыба. Ну разве это не замечательно, ребята, а? Еще совсем чуть-чуть осталось, наверное, нам нужно съесть корабль, чтобы пройти, так сказать, эту игру на полную программу. 50 метров длина наша, ребята. Вау, да, ребяточки, отлично, и мы с вами справились с этой задачей. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, давайте этот выпуск мы с вами будем заканчивать. Собственно, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь, если и не забывайте, ставьте пальчики вверх, дорогие друзья. А с вами был, как всегда, Funny Games, пока-пока.